Наступил 9 мая, и мы наконец-то приехали в наш родной Ухтым, чтобы вспомнить наших ветеранов, наших дедов. День Победы, конечно, это самый большой праздник для всех, для нас, для нашей семьи, потому что действительно все наши деды и даже отец наши побывали на войне, то есть большой праздник весны, мира, пусть он таким остается долгие годы. Теперь у нас уже нет живых ветеранов Отечественной войны. Но с нами еще живут те, кто помогали в тылу, труженики тыла. И мы не должны забывать о них. Хотя бы помнить и не забывать всех тех, кто дали нам мирную жизнь. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мирного неба над головой. Дорогие односельчане, каждый раз 9 мая мы с вами собираемся здесь у памятника «Вечная слава воинам-героям», чтобы выразить слова самой искренней благодарности непосредственным участникам Великой Отечественной войны, их вдовам, труженикам тыла, детям войны, всем тем, кто ковал эту великую победу. А победа далась очень нелегко. За нее пришлось платить по самому высокому счету. Много погибло, светлая им память. И низкий поклон за то, что мы сейчас живем такие годы, 76 лет, под мирным небом. В летопись Великой Отечественной золотыми буквами записаны имена героев Советского Союза. Мы гордимся, что среди них наш земляк Александр Павлович Шубников, уроженец деревни Плоская. Уходят герои войны, уходят ветераны, но остается память. Низкий поклон всем, кто ковал великую победу. Поклонимся великим тем годам. Не забывайте грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались вы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов. Но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам.